Сейчас работа, нахуй. Какой работе? Надо было машину какую-нибудь купить. У тебя бабло есть? Ты коробку решил подзавалить? Бабло у меня есть. А машину купить и все, не ебать. Тридцатка есть, вернее 35. Могли машину смело покупать. Нам-то машина нужна один хер для передвижения. Ну ладно, пошли обратно в тридзон. У нас по дороге другой тридзоны не будет никакой. Нет. Все равно. О, зомбак. Вот это, блядь, постоянно нытье, мое, твое, блядь, ебать. Если мы играем тимом, это значит общее, блядь. Слышишь, вообще, что это за штрих, блядь? Я его знаю. Ну, у нас в команде был когда-то. Понятно. Если был, значит, все ясно стало, блядь. Да не, его исключили за непосещение игр. Ну и все. Я, короче, СУВ возьму. О, давай. СУВ — это охуенная тачка, блядь. Ну что, вот это что он купил, блин, ну, не нравится мне. И хуевая машина. На Хаммер денег не хватает. На Хаммер сколько? А, блядь, у меня продать. Слышишь, подожди, сейчас я посмотрю, что у меня в рюкзаке есть, что можно продать. Херачит даблом, понял? Ну сейчас. Ну ты думай, какой взять? Камуфло. Блядь, реально... Он даблом херачит, на хера себе. Ну да, двойным. Ну, фиксированная очередь по два. Не, он ебашит очереди полную. Не, ну по идее должна быть еще и фиксированная очередь. По идее, да. Сейчас выпадет. Опа. Камуфла не было? Ой, это нормально. Ну, а бак камуфло, брат, камуфло, в принципе, лучше. Че? Камуфло? Ну, не так заметно. Ладно, поехали, честно. А, поставлю метку. В принципе, что? Ага, на химию жду. Банк поставлю все равно. Берта. А, в тридзоне он пролетит мимо. Блять, мы мимо этой проедем. Мимо кого? Мимо миссии. Да, в принципе, далековато от меня, блин. Охуй, блин, да. Не, ну на том, блин, что-то мне как-то не хотелось забором. Какой-то такой, блядь. Он меня в кустах застрял. Бывает. Так, сейчас перегрузимся. Бабан? Бабан? С ботами, наверное. Вижу боты. А. Никого не вижу, боты, видать, выбежали. Может, это подожди, слышишь, стой. Стой, тормознись. Это мы где сейчас? Да это мы подъезжаем к этому. Не, просто фишка в чем, я ж где-то тут свой бабан оставлял. С включенным движком? Да, я с него выскочил, по-моему. А где это мы, подожди? Не доезжаю до кольца. Мутенс или как она? А, Мутенс. Да, по-моему, здесь я взял эту ебалу, блядь. А нет, мы здесь загружали на машину. Ну, стоит у ванны, можешь проверить. Внутри никого. Погнали, все, двумя машинами идем. А топлива здесь немного на бабане на этом.
ты стрелял? Не знаю, по нам, наверное. Ах ты ж сука, я выпал, слышь. Все, мне. Слава. Слава. Ага. Облутай меня срочно. Ты что, сдох? Бабан, исчез, я выпал, блядь. Это ботовский, наверное, был. Да. Сука. Сними с меня все там, блядь. Куча всего полезного. Это пиздец. Рюкзак закидывает так, как есть, потому что он почти полный. Смотри, чтобы тебя не завалили. Опа. Вот. Батюшка там. Его вот. По мне валило. Да. Из автоматического. А, вертушка, блин, по мне валит. Ого. Я надеюсь, это достаточно здесь крепкую тебя. Наш. Хаммер. Метров. Падла, блин, колесо сбило. Далеко? Да не доезжаю. И у меня запасные колеса. Ну, а, блять, у этого поца машину не забрал. Сука, это хуёво. Попробуй сделать так, чтобы она отъебалась от тебя. Закроешь машину, она будет бегать на предзону. Что-нибудь пихануть и колеса. Стреляют, блядь. Да это я по вертушке. Да не, у меня стреляют. А, она сейчас наебнется. А ты с чего ее лупишь? Видишь? Вау. Да стыдно. Хуёво, блядь. Сбил! Красава. Пидорасики взорвались. Не, ибо нехуй по нормальным пацанам стрелять. Давай, беги, блин. Сейчас залутаю эти. О, подожди, можно будет. Там я вижу хаммер на запчасти разобрать. Уже колесо выпадет. Попробуй. Слава, скажи мне свои координаты. Да беги по дороге, не промахнешься. На юг получается? Ну, вот как мы ехали. Скинь координаты, так будет быстрее. У тебя же у карты? А, у тебя же карта есть. Есть. Да-да. Блин, у меня GPS, где ты же был? А, вот твой GPS. А я его выложил в машину. До машины карты возвращаться некуда. А, ну, приблизительно. Ну, 1665 метров от трейд зоны.
Так, М4, блин, сраные. Он прыгнул на этой самой, на фактурке. О, GPS, спасибо, дружище. На фактурке GPS не нашел, ой, этот самый. Рюкзак говно у них. Слышишь, может стекло продать, то купить колесо? Да, я думаю, не надо. Стекло на дешевое, во. Да. Ладно. Ты прям на дороге, да, я так понял, стоишь? Ну, один с ДМРкой. Слышь? Ну, я у разбитого вертолета данного. Ну, Хаммер ты видишь. Я понял. А что этот... Эй, а, нет, у него есть одна обойма ДМР. Я, в принципе, в него расстрелял почти две обоймы. Пидорас. Он что-то живучий, пидорас. Не, ну вертушка, блин. Ну да. Пидорас вдвойне. Блин, один далеко, до него бежать надо. Двое рядом упали, один далече. Сука. А я такой смотрю, падает, думаю, блядь, как падает, пока до меня не долетел. Давай в сторону убегать, потом вижу, не-не, слишком круто заваливается. А, ну на тебя начало валиться. Ну она ж на меня шла, когда я по ней стрелял. Ой, у этого МП5 вообще говно. Это вообще бомж, мне этого взять нечего. Ну разве что еще один GPS. Пай будет. Хотя GPS купить-то не беру. Там две голды стоит. Да, ДМР все-таки сила. Да, так и пилота походу вольно. Да, но он просто тупо на меня шел. Знаешь, он два захода на меня сделал. Хаммер на запчасти есть. О. Вернее, он сделал три захода, но при первом Подожди, заходе у меня был один патрон в винтовке. У меня запчасти есть. О, подожди, я же хаммер собирался разбирать. Не, у меня тут товарищ, помощничек прибежал. Какой помощничек? А ты этот самый кирку с меня снял? Монтировку? Да. Да я только карту вставил. Карту это кор. Отлично. Опа, боты. Убивай. Чем? Топором? Ну, убегай тогда от них. Я так стороной пройду. Кстати, здесь от фактория рядом с трубом не устала. Чего? Короче. Да нет, тут поле, блин, возле чупа-чупса, короче. Возле чупа-чупса, блядь, стекло, блин. Стекло у меня есть. Аж три, по-моему, тут. Стекло тоже не помешает. Я по дороге хуярю. А, вон он. Стрельните. Не надо. Зайца тоже не трогай. Сиди в кустах тихонечко. Не, ну зайца я-то не попаду. Сиди... Машина-то закрыта. Сиди в кустах тихонечко, не отсвечивай. Погнали. Машина закрыта. Тут за мной хвост. Где? Видишь, по дороге к повороту приближается тело. Ну, мне пока не видно. Вон он, сейчас выйдет из-за поворота. Вон он вышел, видишь? Пока не вижу. У меня холмик тут закрывает. Ага. Ну, сейчас вижу. Ага, вижу наш хавер. Что ты там машешь? Он машет? Да он там Опа, руками показывает. Ну. Вертолет. Под кустик спрятаться.
Надо же отметить, наверное, тебя как друга или как? Не надо. Надо, наверное. Так, гас-френдли. У тебя получается не коллиматор, у тебя оптика стоит. Не оптика, я же тебе большое говорю. Вот часть. Я забрал. Кого ты забрал? Забрал, понял. Что, погнали? Ну, естественно, я разбирал, я и забрал. Что-то удивительно. Что тормознул? Да я оружие меняю. Мало ли, там боты могут быть просто. Ну я тут новый магазин на соточку зарядил. У меня обычные станогины. Не, ну это яйца есть. Яйца и у меня есть. Ну, яйца но есть. На винтовку нет. На винтовку. Это что, за деньги их покупал? Нет, нашел. Ой, бля. У меня камера сместилась, я свою жопу смотрю. Машину слышу. Слышишь машину? Да, впереди. Кусты быстро. Слышишь? Джип. Они же могут не заметить куда. Ну, вопрос какой-то есть. А если боты даже не заметят? Да я вообще-то не слышу. А, УАЗик. Где-то сзади. Бабан. Бабан. Попробуем обойти. Пошли на ворота. На ворота? Угу. Если увидим у вас, валим его, пока он не остановился. Он по внутри ездит. Да. Смотри, справа этот самый зомбези. Я сюда в тенек попал, да. И слева я здесь тогда прохожу меня. Так. Блядь, этот гром не... Я чуть не обосрался. Так, вдоль заборчика, вдоль заборчика. Ну, походу где-то там застрял. Он катается на круги на маты. Где? Да хуй его знает. Ну, просто манера поведения уже в курсе. Слышишь, я сейчас, короче, наверное, залезу по вот этой лестнице на крышу. На балкон. Он там напылил, короче. Я полез наверх, короче. Сендерблоки нашел. Нахер не нужны. Не, они вообще-то нужны. Потом будет. Вон он, я его вижу. Отлично. Ну, мне его не видно. И зомби тут до хера. О! Я сейчас перебью. А, смотри. На кучу. Я его вижу, он за этим самым сидит. Ну, с кучей я его тоже буду видеть, а зомби меня не достанут. Опа, 4 бота. Вылезли из машины? Да. Я же по машине жахнул. Пойдем. Они за забором. Они за забором, снова смотри. Тебя получается левее. Лево, лево, лево. Левее меня? Да. Вот вышли. Вышли, 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 слава. Ох ты, блядь.
Меня убили. Волк, он исчезнет. Иду, иду, иду. Я бы на твоем месте в первую очередь бабаном занялся, а потом уже трупы выкупил. Да я СД-шку с него снял. Да хрен с ней, с той СД-шкой. Нам сейчас больше колеса нужно. Трупы-то они пока никуда не денутся. Не долго. Я уже тут пиздюлей зарибаю, блядь. Сука. Ще, я заберу свою всех и перебью. Тому пидора заебали, блядь. Откуда у меня... А, два ключа. У меня еще шеи от этого. Тараса ключ. Да. Сколько перевязывать всем непланово. Ну что там, получается с УАЗа? Сейчас будет подбирать. Это как зомбаково делать. Сейчас они на меня побьют. Куда не могут. У меня тир веселого зомбака. А, что я буду по нему? Целиться бегущим, куда он сейчас встанет. Что за выстрел? Ты стрелял? Да я с ПБС стрелял. Блять, мухи жужжат, как не знаешь. Ну как, выходит с колеса? Да блять, я не могу с ним ничего делать. Наверное, грузит пиздец. Колеса, наверное, повредить сначала. Я хорошо уже. Да тихо ты, блядь. Харе, 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 дядя. Харе, говорю. Ну, что-то появилось? Сейчас, я подходил к нему с демонтажом, пока он не демонтирует. О, демонтируют части. Блин, у меня там никто не поза. Ни хера. Что, не дают? Да. Зомбы туда появились. Эй, это ты в машину стреляешь или в колеса? Я им по колесам тоже стрелял.
демонтируют частью. Не, нихера. Ну, просил немножко. Да он уже просил по самому говорить. Падла. Я ж пошел, да. Ладно, идем разберем те, что во дворе там. Здорово, ты бомбик, блядь. Я вот разбираю. Я вижу. Патрульный койот, ставь. САП 58 на ЗСО. О, 10 серебра. Слава, самолет на подходе. Бензобак. Прикольно. У меня хламом уже весь рюкзак забит. Слышь, ну знаешь, что самое прикольное? У меня в рюкзаке лежит ПДВшка. Угу. А я тебе не дал. В смысле ПДВ? Пистолет, пулемет. А, че? А что ты мне не дал? Нет. Разбираю баррикаду. Да я тут это зомбов отвлекаю пытались. Так, он на тебя бежит? Нет, на меня. Где? Пидорас. Да сука ты заебал, а? У меня тут весело, по-моему. Рядом со мной свистнул. Блять, сука, какого? На тебя сорвался еще один слав. Да блять, пидор ебаный. Давай на кучу перестреляем нахуй. Слава. Слава. Вижу бота. Где? Со стороны. О, я в гараже когда заскочил. Чего? А вот тут. Амбарчик. Канистра. Ну, если что-то найдешь, говори. Я бегу. Канистра. Хотя, блядь, слышишь, чем мы ебемся? Поехали на велик. Да, блядь, подожди, велик. Потом вообще не будет этого самого. Оставь, не надо собирать велик. Да у меня, блин, в рюкзаке еще... Сейчас скажу, сколько. Три набора инструментов в рюкзаке есть. Давай, тогда мне скинь в рюкзак набор инструментов, ставь, когда не собирай. Блядь, я собрать не могу. Опа, это появилось. Как лохи, блядь, знаешь. Слышишь, Слава, Слава, зомба. Вали его, на. У тебя автомат, что ты его боишься? Блядь, ты меня, сука, меня телепачу, пидора. Эй, сюда иди. Ты чуть меня не сбил. Да если я тебя собью, блин, у меня велосипед ломается. Слушай, они на меня не реагируют. А, они один реагируют. Сейчас я через елочки подскочу. Угу. Эй, Педик, иди сюда. Уже там говорил, что... Да, демонтировать на рыбачек. Хуй там, блин. Слушай, я через забор дропну. Демонтировать запчасти. Да? Ну, значит, ты... Так, ну ладно. Блять, машина уже на этом заборе сломала бы колеса.
чё, блин? Вовчик, а ты глянь, сейчас будет ехать. А? Ты не убейся только, блядь. Опа! Да бомбу завидовал бы. Так, ладно, давай я ремонтирую, короче, машину. Откуда будет заметно? Надо было бы в камышах поставить, чтобы они были побольше. У тебя такие кусты, блин. Да. Ну, плакать хочется. Да вон наш остров. Он здесь был. Ну, естественно, что он здесь был. Что у нас в машине? Ничего, по-моему, нету, да? А, одни запчасти. Ну, ДМР лежит в машине. А, да? Ну, ты ее забрал. Забирают, у меня просто место не моя панель. Запчасти, пинки у меня есть. Зомбак. А мотоциклов нету. Мы отсюда на мотоциклах уезжали. На одном. На одном, но все равно, его нету. А что, мы нам должен его оставлять? Сейчас посмотрим еще диверта. Ну, я пошел. Точнее, поплыл. Водичка чистая, дно видно. Где Слав? Пристрели этого купальщика ебаного. Да пусть походит. Который стоит. Ну тебя, почему бы и нет? Лишний 5 хуманить. Тыщ. Уплыл. Такое эхо. Он, скорее всего, он ебанул верту, блядь, подчистил, блядь, голду нашу, блядь. Ну, если он это сделал, блин, сам себе виноват. Не, ну он сегодня брифки сделал, брифки, в принципе, могут смело забирать. Ну, если он его, если только брифки, если он заберет. Ты думаешь, что-то на меня ломится, это пушинка, блядь. Ты, кстати, стримил, когда, блядь, мы послали нахуй там под. Да. Я до сих пор стримил. Ага. Я запись не останавливаю. И что, можно будет при необходимости посмотреть, сколько было в сейфе всего до того, как мы уехали. Что ты делаешь? Забал, блин. Зачем? Он тебе плохого ничего не сделал. Он не хуй. У меня вот этот зомби тоже ж ничего плохого не сделал. Ой, у меня прицел ходит. Подходи. Так, смотрим, что у нас в сейфе. Я так думал.
70 серебра в брифкейсе и все. Да и хуй с ней. Пидорас. А ты говоришь, Слава. Он взял себе денег на новый сейф. Просто пидорас. Так ты же ключи поставлял какого-то хуя. Не, его C03A это с моего, с этого, с УАЗика походу. А, да, 190 только у меня вот. Ну вот это Тарантайки. Ну, 40 голды тут осталось. Кстати, где этот брифкейс? Не помню. Я походу уже попал. Да? Получил людей? Почти. Так ты за вот эти 40 по десятку говоришь? В смысле? Ну, брифкейсов я вообще никаких не вижу. Там брифкейс лежит серебряный. А, ну серебряный я вижу. Вот, и 4 десятки. И все. Ну, хуй с ним. Хай подавится. Пацану уж надо новый сейф. Ну да. Так. Ой, сколько у нас тут стволов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать. 12 слов. Верт сколько влазит, волка, не помнишь? Не помню. А ты же хочешь перенести? А. Сейчас, подожди, я заберу этот самый. Немножко поразгребаю патронов. В принципе, мы можем... Барахлишко, блин. Это опять, это время, Слава. Ну, не так и много, в общем. Сейчас я посмотрю, сколько в верте места. Хорошо, что Верта недалеко стоит. Не говори. Так, 10 под стволы, 192. Нормально, впихнем. Сейчас тогда подожди. Плюс у нас рюкзаки. У меня маленький плюс. Ты хочешь просто его здесь же переставить с места на место сдвинуть? Кого? Ну да. Ну, второй вариант. Сейф переносить не собираюсь. Это мой остров. Я его нашел. Ты Джуна писал, что тут у нас? Да чего?